Господин штурмбанфюрер, свежие поступления. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчи! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Надо, я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Так, а это? Нож оставь себе! Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Такой замок. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Тьё, тари, тэй бурджал, сакра, тари, фой. Ну, смачни то уж. Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Ну так, где первый выход на сито? Ай, мать твою, сожраться! Бляха? Бляха? Пойдем! О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бу... Я не знаю, что это... Tak dobře, seště pod tom prvním. Máme malinko navíc. Пункт или еще что? Вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Какие-то ходы, да, окей. Двинули! Так, давай. Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие довольно вот масштабы... Да... Вон там, лаз на той стороне! Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули! Так, так. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Движемся в спину. Добрый. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. Хрена с два, видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка, подсади. Tak pojď, no, a já tady zůstanu, že jo, jasný. Mě by zajímalo, co teď už... Aha. Davaj na věr. No. Ty? Tak pojď nahoru. Dobrý už. Tak, a
А сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригрись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаем вперед. Замри! Как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Абих чекал, чтобы мовил трохи, а чтобы не мовил, чтобы нам указал в таких-то ситуациях. За мной! Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, пожалуйста. Я электрик. Вау. Кто он за меня? Ты его тулу потом. Ты его изла. Нам там вот лака позорно. Ага, каминек. Слышал? Что это? Слышал. Вроде что-то упало. Штукатурка может. Сыро тут. Так, пошли. А? Оу. Это вы произвели шоу. Не я это, не я, богом клянусь. Смотри, смотри. Тут мама лицо. А? А? И их столько, сколько сможешь. Закрыл. Нам всем все равно, конец. А, тут мама светилку. Прич, окей. За что? За что? За то, урод, что ты наши стены погалишь. Нет, не надо, не надо, не надо. Там на янке дальше шмейт. А он что вела? Поиски, určitě, ne? Jo, skvělý. Požrát. Dajte hoď čeho. Požrát. Počkej mě, počkej. Kormit těbě ještě. Těbě ještě podychat se rovno. Co pijáme, že ho mračíme. Roztaneme jenom tečku. Říkám, OK. Slyš, pari, odkroj zamky. V karaulke pult. Takže v karaulke. Что значит, ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершенфюрер приказал кашло. Это же трибунал. Радио, кто мне губички? Не знаю я. Я смотрю на него. И вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что? Заплатил? А то. Ты этот. Послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. 200 патронов. Половина моя. Половина моя. Чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть, гер обершарфюрер. Обершарфюрер? Ты хайзл. Он си скушал стрельбу до живого торча, о. Ну так то е. Мислишь, але тогда фрейерек. Бери то. Рекло светло прыч. Тма е мой прител. Тоже нечо? Не, не было. Ты вале. Они мои тады. Все сглазнили, да? Скорей бы уже война. Пристрели комиссара или двух. Вот тебе что? И... Эй! Что? Да что? Ну ты даешь, парень! Как ты его? Стреляли бы уже и делать кольцо. Тише! Все лучше, чем сидеть. Тише, тише. Сейчас вот так, который... Окей. Тише, тише. Вы молодец. Но будьте осторожны. Да слышь, если вас заметят, сразу пусть обгаз. Сдач. Что-то и то. Прячемся! Сховайся, а кому вам все сховаться, ты была? Один момент. Ну хоть что-то. Вот, так лучше. Кому там приспичило? Ничего. Вы со мной шутки скорее шутить будете? Клетки, ну-ка, вылезайте! Еще раз пацаны, ну что за прикол? Серега, ты глядишь, нет? Ты кто такой? Ты давай, в шлюз, живо! Выпустите!
Выпустите нас! Там наверху. Да, теперь самое веселье будет. Ага, скелли. Да, вот, держи. А что? Ну, чем без того, скелли? Надо. Лампочка загорается, когда тебя видят. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться. Ага, так сейчас покумаме мотоиндикатор на хуйниках, так. Ну ничего, прорвемся. Нас никто видит. Ну, поскакай. Ты иди вниз, а я сверху. Ага, прям сел. Что на чем еще? Тут це тьму? Что? Кто-то? Как-то... Минус один! Он сюда, скелей. Але, про старт. Žebřík. A ze zhora to úplně učí líp. Máme tady nějaký šmejt. Takže... On to nejde? Super, takže musím tady ten tady sám. Šorak? Что-то кажется... Фаснаут. Сапра. Допит лачитко. Берем. Так, у нас осмели би, тайтан стелт, тады. Забить. Что там? Ты будешь, ты достаешь, жика. Везло. Takže teď se všechno zkontrolujeme. Přibijem ochlaře. Tady něco. Není? Ne. Ten už nic nemá. Knížka metr 2033. Že bych je pustil, nebo jim tam dal plyn. Tak to vyzkoušíme. Buď je to plyn, anebo puštění klecí. Aha, tak puštění klecí. No, on říží teda asi, nebo... To jsou klecí. No, to zní skoro, kdybych tam pustil plyn. Když všichni tak dvou. Там еще зустали. Утекайте, утекайте до кулечка фурт. То есть если вы берете его одни куч? Ten... Tak to jo. Já už ti jdu pomoct. Ty chci stěžuješ. Ты давай сразу внутрь, а я за тобой. Ага, да, так, да, уходить сюда. Отсюда надо и быстрее. Оч. Ну, поскакали. Окей. Из фашистской тюрьмы прошел под девизом «Враг моего врага, мой друг». И зовут этого друга Павел. Он командир уничтоженной разведгруппы красных. Я никогда не питал особой симпатии к коммунистам, но Павел действовал как герой. Прави Гаригина Павел. Ну что, пока все, тьфу-тьфу-тьфу. Ты молодцом, не зря тебя в рейнджеры взяли. Всех в дресняк. Ле, познамка. Павел, назискано, сакра. Ten trný byl tady v koncentračním táboře v Reichu, ale už je pryč. No tak hold, musím za ním. Musím plnit úkol, který jsem dostal od Millera, na tom se nic nezměnilo. Najdu toho temného a pak se rozhodnu, co dál. Jestli ten nátek mluvil pravdu, opravdu toho temného prodal kupcům z Hanzy, mohlo to je by nebo by být touhle dobou naprosto kdekoliv. Hanza ovládá okruční trastu moskevského metra a představuje sdružení obchodních stanic, do kolích
tam pravidelně jezdí vozy naložený zbožím i pasažéry. Klidně se tedy mohlo stát, že tam měl dopravit během jediného dne až na druhý konec metra. Možná jsem ho na dobro ztratil. Je pro mě ale záhadou, jak dokázal uniknout mučení a popravě nacisté. Běžně vyšší lidi jen za to, že mají špatný tvar lebky, takže stvoření jakoby temný byl pro ně. By pro ně přece mohlo být, mělo být s tělesním zla a zkaženosti. Za mnou, ne zastavuj se! Za mnou, už běžím. Ochrana, dorogu! To je jaký sláva. Легендарный подземный комплекс D6. Грандиозные склады, D6, которые находятся еды, лекарств и оружия. Там хватит консервов, чтобы рейх был сыт 100 лет. Там достаточно оружия, чтобы уничтожить всех уродов и генетически неполноценных. Слава! Слава! Побег! Двое черных подери! Перебили охрану и скрылись! Так что вы тут делаете? Найти немедленно! Ничего! Как это? Вон они! Охраняйте этих свиней! Шпионы! Шпионы! Сюда! Лови их! Артем! Скорее! Огонь не открывай! Ты просто выстрел, ты вот сейчас. Слышал сам, оно... А ну руки, урод! Пролезай! Давай! Так-то был трохи дрестный. Черт! Сильно задело! Держись, Артем, держись! На, сука, получи! На землю, сука! Держись, Артём! Еще щиток! Быстро! Догнать их! Твари! Ворота поднимаем! Вали! Я их вижу! Вон они! Ну, заводись! Остановите их! Стой! Все, погнали! Бобры. Это Цайк. Здравствуйте, Зрайху. Нам удалось невозможное. Теперь моя задача предупредить Орден, что Черный пропал. Это значит признаться, что задание провалено. Но теперь, когда Черный попал в метро, в одиночку мне его не разыскать. Нужно выбраться на ближайшую нейтральную станцию. А тут... Так, кажись, оторвались. Теперь на театральную рвем, больше некуда. И как там, живой вообще? Молодцом, Роник вещь. Черт, тупик! Приятно, блин. А ну, держись! Скорей, скорей. Ты... Твою мать! Ну все, приехали. Делать Шо? Нечего, дальше на своих двоих. Айда за мной. Сока, моц на бу не мам, да? Моя батарка. Что за туннель? Ни на одной карте его не видел. Давай тут поосторожнее, рейх все же. Самозрение. Чего не было нечто тогда и чего? Нет. Артем, давай сюда! Давай сюда! Что нечто тогда? Артем, дуй сюда! Эволюция не ждет! Получи. Так, скажите, в пекле. Алло. Где то, где то? Артем, давай сюда! Скорее набое. Трубка, как там влез? Опа! Опа! Так, а с рукой делаться? Не подожди, а я гляну что-то. Шпион! Хватайте его! Шпех? Ау? Ты смотри, какой ловкач! А ну, мужики, тащи его на пост! Слышь, а если он не один тут? Внимание, второй пост!
Проверьте свой сектор туннеля. Повторяю, проверьте свой сектор туннеля. Мы крысу из вентиляции достали. Там еще дальше. Принято. Проверяем. Я сейчас светил с этой сколом. Так почте. Jsem odhodlaný. Черт знает, что творится. Одного взяли. А сколько их было? Красные диверсанты по одному и не ходят никогда. Проверить надо. Сыкотно, а надо. Тебе... Кто здесь? На. Vole, protože mě viděl, prdele. Vem ten nožík. Skvělý. Tak, je po tobě. Sakra, to nás to světlo úplně sere. Tak. A je to. Jo, a tam ti o ničem neví určitě. Sakra, dobře po mně určitě. Ne, dobrý. Jsi nějaký hloupý, kluci. Skvělý. Tak, máte to. Ukaž mi hlavičku. Co děláš si, prdel? Tohle ten nožík. Sakra. Ho trochu minul. Tady ještě byla nějaká jiná zbraň. Tady. No, to je nějaká... To vypadá granátomet nebo brokovnice. Granátomet asi v metru asi nebude, že? Co bude? Jo, to je brokovnice. Máme tam ty. Urod prokletý. Только прятаться и может. Давай. Солдат теряет. У нас потери. Сюда иду на сто. Шшшт. Уж не уйдет жадный поплах, сакра. Co tady vzal? Ještě s optikou, ještě ukáž. Slyším tady nějakého bastarda. Od nás ne spriačeš se. Ну где эта свинья зарылась? Это свинья. По коммунякам стрелять без команды. Красных окружить без приказа. И уничтожить. Сакра, все так ржавета. Ушел собака, точно ушел. Давай там нахуй. Да, брюковница. Sakra, to je brokovnice. Ty vadí, to je pistolka.
Takže sakra, nemám tam tu pistolku. Tady dole jsem jí. Au. Tyjo, no, tak to start akce. У нас потери! Несем потери! Потери, у нас потери! Ух, сука, красная наша! А что там я? Так, так. Ještě se zaporozím po všech nábojích. Všude kolem. A mělo by to být asi teda Ales. Tady, co to? A? A chceš si vybrat vrací oheň a to vřív? Jo, tady máme, asi nechám žíky teda. Počkat, tady nemůžu. Tlačítko, ne, nefunguje. A tady máme. To nechci a potřebuji tlubič. Se dostanu tam. Sakra práce, že by to šlo tudy? Je po těch bedinkách? Jo. Ne, no to jsem furt tady. Počkat. Takhle tam tu ze zhora, od někuč. Je to tudy? Tudy to? Sakra práce. Ježíš, tak jdi. Tak tudy ne, teda. No jasný. Tudy. Takže tady si vezmeme. Brokovnici tu máme. Bastarda máme tež. Moment, já ještě nic spínal nebudu, asi nejdřív pozbírám všechny náboje, které tady máme. Tak a teď můžu. Otevřít. Prostě, když jsem se otevřel tuhle sto, jo. Pc, tak jo. No, takže jdeme. Teď už potichu, sakra. A? Co? Zdajuš! Nestřelaj, já zdajuš! Nestřelaj, kdyby mě se slyšel. Já zdajuš, nestřelaj! Ale... Nevypadá jak tam ten... Když jsem... Ale on má nožíky. To já budu potřebovat. Tady máš něco? Náboje nějaký. Vypadá jak když jsem byl v té naší základně, jak tam mluvil, myslím o té bažině, nebo co to bylo. Tak ho jenom omráčíme, on byl on nějaký. A vezmeme si od něj všechno. Tak. Je to rozdělení. Jak jsem poslouchal to Fierro historické blábolení, všechny části skládačky do sebe začaly konečně zapadat. Ty útoky naše lidské a jak mě zajali jako zástupce polis. Existence D6 už není žádný tajemství a metro co nevědět, proletí totální válka. Takže se máme na co těšit. Čas na baterku. Hello. A šachta. Tak, jdeme. Fuj, pavouci. No, ty jsou teda hnusný. Pašu naverniká ždět pětla.
Кто знает, что было бы со мной, если бы он не вытащил меня. Красный, синий, желтый, какая разница? Он рисковал своей жизнью ради меня. В метро такое случается нечасто. Я не могу его тут бросить. Přítel. Так, jo, přítele, přítele si necháme na další třetí díl. Pokud se vám video líbilo, určitě ho nezapomeňte olajkovat a okomentovat. A ještě, nebo to řeknu vlastně v dalším teda dílu, to bude asi taky lepší než tady, protože mi všichni nedokoukají na konec videa. Takže zatím se s váma loučím, mějte se a zatím zdarec.